На территории Республики Бурятия продолжается рост заболеваемости ОРВИ, причем значительный ее рост отмечается среди детей школьного возраста. За последние 3 недели заболеваемость ОРВИ по республике выросла в 2 раза. Кроме этого, мы имеем рост в Хоринском, Заиграевском, Мухаршибирском, Кабанском, Баунтовском районах и в городе Улан-Удэ. Наряду с этим в республике отмечается циркуляция гриппа типа А, H3N2. Поэтому с целью профилактики и предупреждения заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба главным государственным санитарным врачом по Республике Бурятия предложено перевести образовательные учреждения города Улан-Удэ на дистанционный режим обучения, который продлится до 27 декабря 2021 года. Кроме того, на заседании Республиканского оперативного штаба также предложено минимизировать проведение республиканских межрайонных мероприятий культурно-досугового типа, спортивных и других мероприятий с участием детей.